Всем привет, друзья! Ну что, наступила суббота, выходные, и это самое прекрасное время, чтобы отправиться за покупками, поэтому спешу рассказать вам о новинках, которые появились в нашем магазине «Светофор». Появился в продаже коврик для фитнеса. Размером он 180 на 60 сантиметров, толщина 5 миллиметров. Это коврик из полипропилена, в рулончике имеется фиксирующая резинка. И в нашем магазине представлен в двух расцветках, розовая и серая. В большом количестве привезли кастрюльки из нержавеющей стали, и сначала давайте мы с вами посмотрим на ковшик из этой серии. Да, он из нержавейки, в комплекте идет крышка, ручка полая, стоит такой ковшик 385 рублей, мне понравилось, что у него толстое дно, объем 1 литр 300 миллилитров. Также в этой серии есть два вида кастрюль, тоже из нержавейки, цены можете видеть на экране, 360 рублей и 500 в зависимости от литража. В каждой кастрюльке дополнительно идет крышка, что очень здорово, смотрится стильно, красиво, мне внешне они понравились, подобными кастрюлями я сама давно пользуюсь, в быту они ведут себя хорошо и объемы у них тоже универсальные, например 4 литра, и это одна из самых ходовых кастрюль для большой семьи из 4-5 человек. Появились новые сменные блоки для унитаза. Это новая фирма, это не Бреф. Вот в таком пакетике находятся 3 блока. Я взяла на пробу, стоят они в районе 80 рублей с копейками. Помните, в предыдущем обзоре я вам показывала вот такую красивую говорящую куколку за 340 рублей. И сейчас из этой серии появились еще модняшки. Посмотрите, вот такая милая куколка-блондинка в юбочке. Розовая юбка из фатина. И также на комсомолке есть кукла, которую я сначала вам показала в обзоре из магазина «Московский» с черной юбочкой. Они действительно очень хорошие. Милейшие куклы Пупсы, они большие, реалистичные, высота у них 50 сантиметров, мягкое тело, способны издавать звук, моргают. Также дополнительно в качестве аксессуара идет бутылочка, стоит такой Пупс 447 рублей и цена вполне приемлемая. На мордашку они вполне симпатичные, милые, мне понравились. Ну и, конечно же, полно всякой канцелярии, новогодних товаров. Ссылочку на видео, где я подробно показывала весь новогодний ассортимент, я тоже прикреплю в подсказке, либо в описании снизу. Ну и вообще, предыдущие обзоры за сентябрь месяц полностью актуальны. Можете их смотреть, все есть в наличии. Много привезли светодиодных ламп, это обычные круглые лампы за 39 рублей, а также лампы в виде свечки за 34 рубля. Появился новый гель для душа в больших литровых бутылях. Это новая фирма, называется Bitmoshim. Гель средней консистенции, средней густоты. С ароматом цитруса, стоит 44 рубля. Ну и, конечно же, горы влажных салфеток. Это обычные влажные салфетки и новинка Аура, причем большая упаковка, антибактериальные салфетки. Много металлических губок, обычных губок. Все это есть в продаже, стандартный ассортимент полностью представлен. Новые шампуни на этот раз «Чистая линия». Новинка – мицеллярный мягкий шампунь, который прекрасно подходит для ухода за окрашенными волосами. И, естественно, я не могла пройти мимо и не взять этот шампунь. Пару дней попользуюсь и потом обязательно вам расскажу. Цена 99 рублей.
вообще в магазине большой выбор чистящих средств, и у меня на канале есть несколько видеообзоров, посвященных именно чистящим средствам. Постараюсь ссылочки вам оставить, если заинтересует, можете посмотреть и ознакомиться. Но также появилось в продаже и новое чистящее средство, которое так и называется чистящий крем, который подходит для чистки кафеля, кухонных плит, справляется с нагаром. Стоит 67 рублей, вот такая большая бутыль, тяжеленькая. Тоже взяла на пробу, и в ближайшем видео мы тоже ее с вами проверим. Ну и, конечно же, много различных корзинок для хранения. В большом количестве вот эти корзинки-переноски, столики в голубом цвете. Все это я вам показывала. Но также есть интересная новинка, а именно большие, просто огроменные пластиковые контейнеры. Объем у них целых 90 литров. Посмотрите эти горы, эти штабеля контейнеров. Они с крышкой защелкиваются. Контейнер реально большой, и я даже не знаю, как вам в масштабе показать. Ну а стоит он 625 рублей. Очень красивая расцветка вафельных полотенец. Посмотрите, один конец украшен вот таким золотым шитьем. Диагональные полоски. С другой стороны никакого декора нет. По составу 100% хлопок, размеры 70 на 130 сантиметров, прекрасное банное полотенце. Ну что, традиционные минутки, когда я вам показываю новые расцветки детских лосин. Да, практически в каждом видео есть такие секундочки. Вот это лосинки по составу хлопок и эластан. Они тоненькие, сейчас уже деткам будет холодно, но вот на прохладное лето, либо же просто в садик ходить их можно брать, они подойдут прекрасно. Интересные принты, мне лично понравилось, и цена тоже бюджетная. А еще пополнился ассортимент детских жилеток. Это жилетки на синтепоне. Застегивается на молнию. Подойдут для деток возрастом с 3 до 8 лет. Стоит жилетка 300 рублей. Ну а расцветки вы можете видеть на экране. Много вафельных шоколадных тортиков. Это классические тортики с ароматом, со вкусом чизкейка и тирамису. В большой упаковке пакетированного чая Липтон. Это традиционная серия. Внутри 100 пакетиков, стоит 99 рублей. Черный молотый перец. Очень ароматный. Даже в магазине чувствовался этот пряный аромат. Вес пакета 200 грамм, стоит 7 рублей. Ну и давайте немножко пробежимся по продуктовым полочкам. Появился новый сыр, называется он сметанковый. Стоит 320 рублей, выглядит очень аппетитно. Видела, что многие покупали вот такую куриную колбаску от Псковского мясокомбината. Стоит она вообще бюджетно-бюджетно. Всего лишь 113 рублей. Появились новые пресервы, салаты. Представлены в двух вариантах. Это вот такой салат под названием царский. И также классический салат сельдь под шубой. Ну и очень-очень много привезли моих любимых вот таких рыбных паштетов, как я их называю. Две баночки я этих покупала, пробовала. Очень вкусные, съедаются нереально быстро, но это стоит того. Если еще не пробовали, обратите внимание, вещь просто обалденная.
Еще в продаже появился неплохой фаршированный замороженный перец. Посмотрите, насколько аппетитные перчинки. По составу все, в принципе, неплохо. Пахнет приятно, как будто это домашний перец. Да, несмотря на то, что он замороженный, пахнет именно перцем. И цена годная. Сейчас я вам ее покажу. Большой выбор различных консерв. Это и овощные консервы, например, горошек, есть фруктовые, персики, ананасы. Все это есть в продаже. Это самый настоящий костяк товаров магазина «Светофор». И вот такая новая рыбка скумбрия появилась за 42 рубля. Взяла баночку, тоже мы с вами скоро ее откроем и посмотрим. А еще посмотрите, что я нашла в уголке магазина. Это коробки с еще не распакованными картинами по номерам. Вы посмотрите, сколько их много. Детские наборы для рисования с мольбертом. Конечно же, это не совсем новинка. Их привозили и ранее, но давно их не было в продаже. Сразу скажу, что стоят они очень бюджетно по сравнению с детскими магазинами. Цена 488 рублей. И за эту цену мы получаем следующий набор аксессуаров. Это 48 масляных пастелей, 24 маркера, 24 акварельных карандаша, 24 мелка, 18 акриловых красок, 12 широких маркеров, 10 листов белой бумаги, 4 больших зажима, еще зажимы для бумаги, кисточка, карандаш, пластиковая линейка, точилка, губка, цветовая палитра, ластик, мольберт, ну и, конечно же, органайзер для хранения всех этих предметов. И здорово, что эти наборы разделены по цветам, голубые для мальчиков и розовые для девочек. Ну и помимо взрослых картин для раскрашивания по номерам, есть и детские варианты. Вот такие маленькие картинки, и сейчас просто шикарный привоз с красивыми изображениями. Мне особенно вот такая белочка понравилась с лисичкой. Это просто шедевр. А еще привезли шикарные наборы воздушного пластилина вот в такой красивой упаковке. 48 цветов. Вы просто посмотрите, что там находится внутри, какое изобилие цветов. Каждый кусочек пластилина упакован в отдельный пакетик. Однако учтите при работе, что эти пакетики нельзя оставлять открытыми, иначе пластилин быстро засохнет. Но подарить ребенку вот такой набор, это будет просто шикарнейшим подарком. И цена у этого набора 190 рублей. И в этот раз новинки просто порадуют всех детишек. Вы посмотрите на эти сладкие наборы. Тут находятся большие яйца, которые мы с вами уже открывали вместе с моей Соней, проверяли там игрушечки. И дополнительно различные вкусняшки, конфетки, которые упакованы в отдельные пакеты. Все это выглядит настолько красивым и аппетитным. И, конечно же, наборы есть для мальчиков в голубом цвете и розовые для девочек. Все продумано, все здорово. Ну а цена 139 рублей. Ну что, друзья, вот и все новиночки на сегодня. Честно говоря, меня они очень сильно порадовали. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, что вам понравилось, что нет, что будете покупать. А может, что-то вы уже купили, и у вас есть свое собственное мнение по качеству этих товаров. Не стесняйтесь, пишите в комментариях. Удачных вам выходных и удачных покупок!